У суботу 22 снежня пройдуть черговые прямые телефонные линии с представниками улады. У Гомельским облвыканками на звонки откажет наместник старшини Владимир Привалов. Номер телефона 33 12 37. У Гарвыканками на сувязь выйдет старшиня городского совета депутатов Миколай Ковалевич. Номер 75 19 84. Час работы прямых линий с 9 до 12 1.